Здравствуйте, я врач-стоматолог клиники Сатори Бедоева Зарина Юрьевна. Хочу рассказать вам об основных рекомендациях после фиксации мостовидных протезов или коронок. После установки мостовидных протезов или коронок запрещено принимать пищу в течение 1,5-2 часов. Такие ограничения связаны с материалом, на который приклеивается конструкция. Если фиксация проходила под анестезией, нужно дождаться, когда ее действие прекратится, чтобы при жевании не травмировать мягкие ткани щек, губ и языка. После фиксации временных коронок также запрещено кушать в первые 2 часа и сильно нагружать зубы под ними. Надо стремиться пережевывать пищу зубами другой стороны. После фиксации временных коронок необходимо ограничить употребление пищи и напитков с содержанием красителей. Такие конструкции могут легко окрашиваться. Следует избегать сильных перепадов температуры еды и напитков. Они могут привести к образованию сколов или трещин на коронках, а также ослабить их фиксацию. Коронки и мостовидные протезы достаточно прочные, но их лучше не подвергать сильно высокой нагрузке. Курение после фиксации мостовидных протезов или коронок в первое время желательно исключить. В дальнейшем рекомендуем сократить или полностью отказаться от вредной привычки. Термическое воздействие сигарет, а также никотиновой смолы могут вызвать окрашивание коронок или протезов. Срок эксплуатации любых конструкций варьирует от 2 до 15 лет. Это напрямую зависит от соблюдения вами рекомендаций. Мы рекомендуем один раз в 6 месяцев посещать врача-стоматолога. На осмотре доктор сможет выявить появление трещин или сколов, расцементировку конструкций или нарушение их цвета. Помните, что помимо различных конструкций есть свои зубы и слизистая полость рта. Все ткани в полости рта без правильной гигиены могут воспаляться и в дальнейшем привести к потере зубов или коронок. Спасибо за внимание. Мы надеемся, что наши рекомендации вам помогут.